Так, вот теперь точно добрый вечер. Пятница, 18 уже марта. Куча снега за окном. Сегодня меня просто радует это дело. Вот, ну и у нас очередной уже четвертый по счету фаскап Furious Fly Series. При поддержке огромное им за это спасибо сайту рулетки, скинов CSGO, CSWIN.WIN. Сегодня, кстати, на ней пошпилим, вот, поэтому если кто-то желает отжать мой ширп, то welcome to hell, надеюсь, для вас, может быть, я вас чего-то отожму, но поиграем впервые. Holy shit! Да, именно вот так вот я хочу поорать сегодня. Holy shit! Пока у нас, в общем-то, обычная, обыденная жеребьевка, 8 команд на ваших экранах. Сегодня так немножечко состав изменился, я рад видеть тех, кто уже участвовал и участвует во второй, в третий, кто-то даже... А кто у нас, кстати, есть? Кто в четвертый раз? По-моему, Крэнксы все участвуют, да? Вроде да. Ну, в общем, Крэнксы просто корифеи наших турниров. Всем гигантское спасибо. Надеюсь, будем расширяться и звать еще людей, точнее, команды. Может быть, фаскапы уже будем делать не фаскапами, а там в два дня. Пока вот такая вот штука. Хотя команд было больше, денег больше скинули, просили взять и забить место, но... В общем-то, мы должны следовать пока тому регламенту, который есть. Может, будет какая-то пауза и сделаем, ну, там, не на 8, на 16 и в 2 дня, в 2 вечера проведем. Но это о будущем. Пока. У Александра бумажки, которые он уже запаковывает в свои шарики. Я надеюсь, что у нас сегодня останется все-таки два одинаковых шара в конце. Желтый-желтый или оранжевый-оранжевый. Договорились. Окей, договорились. Вот. Что по формату? Есть новые команды, которые там спрашивают, что по расписанию, в общем, ну, видимо, не полазили по группе, для них и расскажу. 19.00 или чуть-чуть попозже мы начинаем, ну, там, в зависимости от того, как зайдете на сервер. Будете готовы, мы начинаем первый тур, это 1-4, по факту 4 пары играют, затем полуфинал, 2 полуфинала, на стрим попадают по одной игре из этого всего, то есть одна игра 1-4, одна игра полуфинала и, соответственно, ну вот в идеале 21.00, чтобы еще осталось время потом поспать или отдохнуть, там сходить куда-то погулять, мы должны начать Best of 3 финал. Такое вот расписание. Как оно будет? Ну, пока мы всегда опаздывали. То есть были какие-то проблемы, попробуем сегодня уложиться. Вот, команда на ваших экранах по формату жеребьевки, она опять-таки обыденная и как всегдашняя. Хотя можем, допустим, сегодня изменить, то есть закладывать не первые слоты в каждой паре, а вторые слоты, или пойти снизу вверх. Вы как там, Александр? Нет, хотите равно... сегодня извратиться? Пятница это развратница. Давайте поразвратничаем сеткой чутка. Сделаем ей больно. Точнее, сделаем командам больно, а нам приятно. Да, давайте сегодня снизу вверх и вторые слоты. Вообще будет полный... Ну все, готов. Полный бардак. Закидывайте свою замечательную салатницу и погнали. Так, подожди, я сейчас чат открою, чтобы совсем не было счастья. Так, что тут пишут? Немного ли трудностей для $2? $2 не хватает на всех. Тра-та-та, тра-та-та. Ну ладно, ничего такого не пишут. Достаем первую команду. Достаем, да. Идем, подожди, еще раз, чтобы потом не было мучительно больно. Снизу вверх сегодня расставляем и по, получается, каким слотам? Это мы расставляли по нечетным. Короче, по вторым слотам в каждой паре расставляем. Давай, все, извращение начинается. Ready, steady, go. X, первая команда. Amazing первая Pix. Команда Amazing Pix. Okay. Второе место прошлого турнира. Да. Плотненькие ребята. Сейчас мы музыку сменим какую-нибудь. Тик. Вторая команда. Чтобы нам послушать такое. Да-да-да, давай, показывай. Латинские скакуны. Да, замечательное название. Сейчас. Вот, нашел музыку. Готов к следующей команде? Я всегда готов. Я не был, правда, пионером, но чуть-чуть не успел. Не, в натуре, на самом деле, я вот, мне исполнилось 6 лет, должны были... NFK. Короче, какая разница, забейте. Фэнтези гейминг, призеры. Развела судьба. Кстати, в полуфинале эти коллективы сегодня встретятся, я так понимаю, да? То есть это у нас, получается, нижняя часть сетки. Фэнтези гейминг и Amazing Pix. Ну, жребий такой. А подожди, стой, скакуны были у нас? Я просто одну команду... Да. Вторая команда была скакуны, сейчас ой-ой-ой. NFK. Сори, братья, я пока выбрал музыку. Не-не-не, не встретятся в полуфинале. Развела вас судьба по сеткам. Повезло. Ну,
в этот раз в финале уже. Да, если только в финале встретиться. Давай, поехали дальше. Икс. MRGX. Так, запасной выход. Команда пожарной части номер 38 города Воронежа. Капитан бригады Владимир Владимирович Красов. Такие люди тоже играют в Counter-Strike. King of Pride. King of Pride. Я что-то немного... Так, вроде все правильно расставляю, да. Все верно. Теперь мы подставляем соперников нашим командам. И осталось у нас всего три. Ик. Желтенькое яйцо. Одинаковые, да, остались напоследок? Xenia Esports. Да. Xenia Esports. Вот, кстати, Xenia постоянно участвует, но дальше первого тура что-то вот мы их не видели пока что. К сожалению. Не, но... Можно постримиться на это самое, за... Методом проб и ошибок, как бы я надеюсь, что когда-нибудь мы их увидим все-таки в полуфинале. Кавеликс. И последняя команда. Ну, соответственно, Кранкс. Да. Кранкс. Последние заявились, последние тут. Главное, чтобы не... Короче, банальность такую даже не буду говорить. Главное, чтобы не последнее по игре. Боже, как дед что-то не сказал сейчас. Так, Скакунов сначала пропустил. Ау, да. Друзья, все поправил, все хорошо, не волнуйтесь. А теперь у нас задача следующая. Выбрать на стрим себе пару. Это сделаю я, как всегда, и никого не буду слушать. И мы посмотрим с вами последнюю пару. King of Pride против Amazing Pix. Я решил. Все, расходимся. Это информация, кстати, для нашего админа. Константин. King of Pride против Amazing Pix. В онлайне не будем на стрим пикбанк карт проводить, потому что это долго. Пока соберем туда людей, пока разведем их по серверам, значит, готовим на стрим King of Pride против Amazing Pix, а остальные ждите, пока судья ваш даст вам ваши сервера, и все. У нас 2-3 минуты паузы. Не выключай Skype, ты его постоянно палишь. Я не выключаю. Я выключу тебя сам. Все. До свидания, Александр. Александр уходит. Счастливо. Да, я тебя уже выключил. Да, так вот. Катаются у нас пара King of Pride против Amazing Pix на стрим. Пикают, банят между собой, скидывают судье карту, и мы даем им сервер. Это мы будем смотреть сейчас через 15 минут. Остальные тоже судьи вам раздадут сервера. Мы пока 2-3 минутки паузы, в которой я расскажу, во-первых, женщину. Затушил женщину, она орёт мне в ухо. Расскажу вам, что сегодня по розыгрышам для зрителей. Для зрителей у нас сегодня, во-первых, конкурс репостов у меня в паблике в Окрошко ТВ. Сейчас я им вам поспамлю. Даже не вам, а вас. Прямо поспамлю. Так, сейчас найду его. Вот, нашел. Разыгрывается в этом конкурсе репостов замечательный хайпербист. У меня он пока в инвентаре, поэтому я погонял с этой эмочкой. Хотя я, как Бранчик, говорил, что мне этот скин ужасно как не нравится, он некрасивый, но когда он у тебя в руках, классный скин и стоит дорого. Поэтому репостики, подписывайтесь на kswin.win ВКонтакте, на мой паблик, репост к себе на стену, не удаляйте до конца розыгрыша, и где-то там в финале мы разыграем в конце сегодняшнего дня. Это самый дорогой на сегодня подарок. Плюс у нас есть два скина чуть-чуть подешевле, есть тех же самых наших друзей и партнеров рулетки kswin.win. Это Дигл, не помню какой, но стоит дорого, и АВП Красная Линия, тоже стоит дорого, и тоже не помню какого качества, но вот такие вот дела. Помимо этого, сейчас после паузы пойдем поиграем в рулетку, тоже вас приглашаю, залетайте, можно меня будет на деньгу обыграть. Кто первый играет? Первые играют все абсолютно, сразу, параллельно, только одна игра на стриме, а три остальные... А, да, кстати, вот человек зафоловился, я вспомнил, что вот эти вот два скина, там, Дигл и Авапа, мы будем разыгрывать среди фолловеров этого канала, на котором вы находитесь, поэтому прожимайте кнопочку follow, не забывайте, надо будет кодовое слово в чат написать, и все, и ждать победы. Пока давайте малюсенький перерыв, и я ныряю играть на рулетке. А потом уже будем смотреть игру.